Привет, меня зовут Женя, это Айза, наша рубрика «Короче, сильные новости, погнали!» Беременным женщинам, которые решились на аборт, предлагают послушать сердцебиение малыша и увидеть его на мониторе. Такая акция стартовала на Гомельщине. Инициаторы говорят, что женщины, столкнувшись с незапланированной беременностью и вовремя не оказанной психологической поддержкой, решаются на аборт. Но вы как относитесь к абортам, за или против? В Калинковичском районе женщина пырнула своего мужа ножом за то, что тот, внимание, пожаловался на ее невкусно приготовленную еду. Дело было в пятницу 13-го. Мужчина вечером выпивал, и тут ему неожиданно не понравилась еда, приготовленная его женой. Женщина взялась за нож и пырнула своего супруга. Того увезли в больницу, сделали операцию, и теперь женщине грозит суд. Вот так. В Жлобине мужчина в секонд-хенде украл золотое кольцо, когда продавщица раскладывала товар по витринам. Женщина положила на стол кольцо для своего удобства. Воришка этим и воспользовался. Его нашли по камерам видеонаблюдения. Возбудили уголовное дело, но стороны сумели договориться. Правда, мужчине все равно дали штраф 30 базовых.